Скорпиончик. Всем привет, это канал Scorpion Play, а это The Best Inside. Мы, короче, как-то играли в нее, но как там, 2-3 серии было. Мы ее так и не прошли, поэтому давайте дарт. И попробуем пройти этот хоррорец. Ну, прикольно, он достаточно длинный, где-то на 8, на... Короче, как Outlast'ик, который получился на 3 серии, ну ладно. Where am I? Где я? Погоди. А звук? Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? Типачек. А звук стоп. А. No. Вот так, чуть-чуть. No, what have you done to Adam? Oh God. War calls for. Ну, не без потерь никуда. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life. And you ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you killed them. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am sitting in the front line. И жухнул. Недели ранее. Что нам показали жесткую заставочку, а потом... Недели ранее. Старые добрые времена. Ну да. Каждую минуту у меня появляется все больше сомнений. Да, уж будет трудно, но это ведь... Ты говорил, что хочешь выбраться из города, ощутить зов природы. Зов природы. Всего на выходные, родная, не на всю жизнь. А кто сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Я. Серьезно, Эмма, мы не знаем, на какой сегодня день. Никакой... Обхохочешься. Ми и так постоянно пугают нас ядерной угрозой. О том и речь, я не разгадываю... Adam, stop it. А с другой стороны, может, это развалина обрушится на нас раньше, чем ребята Брежнева нажмут на... Какая-то не развалина. Этот дом тебе подарили родители. Там, посмотри, выглядит даже лучше, чем на фотографии. Ну так тогда прикольно вроде. Our stuff made it here before us. Наши вещи уже здесь. That's okay. Ленивые грузчики. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Мне кажется, этих грузчиков уже кто-то схавал, кто-то замочил. Ну или они реально ленивые жопы. 3-hour drive and we're finally here. 3 часа в дороге, и вот мы на месте. Здесь кажется тихо и спокойно. Может, я наконец-то смогу сосредоточиться на расшифровать. Не стой столбом, коробки сами себя не занесут. Слышишь, ты, иди, давай. Поправочка, здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эми. Эмма. О, 1, 2, 3. Колодец. А где этот? Веревочка. Так, дом, милый дом. Занести коробку в дом. Йоу, рифма жесткая. Так, диктофон, тап. Проверить диктофон. Ага. Жесткий диктофончик. Окей. Так, коробка, судя по всему, в багажнике. Нет. А, вот это? Нужно затащить. Ага. Вот, вот этот. Наверху на стол. Бросить налево. Ага. Куда? Коробка на месте, пора красить стены. Кажется, на чердаке... А, забраться на чердак, погнали. Оп-оп, а не хоп, жесткий. Вот это, да? Твердо дотягиваюсь, нужно найти, чем можно ее, короче, подцепить. Запись очка.
Перевозки. Дата перевозки. Короче, это типы, которые нам... Грузчики. Которые ленивые жопы. Нее. Блин, думал, встанет сейчас. Так, ищем чем. Кто там сыт уже? А, она мыться пошла. На... О! Куда? Ящики можно открывать, капец. Оп. Блин, так прикольно вот игры, которые с таким этим... Да блин! So we will make a great agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Исключенно чердак никак. Скорее всего, он в ящике столовой. О, это собачка. Столовая у нас... А, в столе она, наверное. Пусто, да. Я не могу найти ничего. Ой, прости, кажется, я оставила ключ в багажнике. Да ты, дура. Не. Это все эти вуман. В багажнике. А как мы откроем багажник? Ну-ка, поехали, короче, отсюда. А, точняк. Оп. Сюда. Тут ничего больше нам не надо. Все, погнали. Забраться на чердак. Оп. Люблю, я хотел сказать, люблю игры, где много вот таких интерактивных действий, типа ты прям, ну, что-то делаешь. Прикольно. Статуэтка. Ой. А, Е, закончи. Давай сломаем ее. Не. Не. Ладно. Йоу, здравствуйте. Или там. Вещь ангел. А жопа, чё? У него нет ног. Видимо, кто-то уронил его. Да не слабо, минуту. Это кровь или краска? А, тут типа осматривать предметы надо, чтоб... Ну-ка, давай ей форточку откроем. Тут надо это проветрить. Оп, всё. А, на зубы чистит, обосрался, что за звук. Так, а смотреть, ну-ка тут что? Есть секретка? Пасхалко. О, жопа. А, опять он на жопы смотрит. Интересно, кому она принадлежала? Моей бабушке или кому-то еще? Ведь это... Волнует жопу. Ага. Так, чё мы зашли вообще сюда? Краску взять. Ну ты лох. А, что это? Давай половиться. Под ней что-то спрятано. Может, там найдется лом? Может, найдется. Давай руками. Что, слабо, да? Точек. Не, в принципе, можно же было вот тут вот по центру треснуть, она проломилась. Окей, ищем лом. Инструмент. Ну, он тут, наверное, да? Опа, а вот он. Их не надо осматривать же. Да не, навряд ли. Опа. А тут что? Опачки. Опачки. Ой. Ну, топором, кстати, тоже можно было сломать. Окей, он сказал ломом. Опачки, да. Я не могу. Или в другую сторону. Да нет, сюда, на себя. Тяни, дебил. Дебилка, тяни. Я не могу. Давай. О, сюда. Клад? Что же там? Ну-ка. Это жесткая штука. Так, это у нас пергамент с шифром. Отрывок из записок о Гальской войне. Так, поверните, чтобы обнаружить это послание. Так, нужно разгадать шифр. А как отмен? Что ты делаешь? Подожди. Нам что-то дали, вот запись. О, вот это, что тут? Ой. I'd have to be a goddamn code breaker to
Wait, isn't that what I do for? Нужно быть шифровальщиком, чтобы. А, это так. А, G равно C, инициалы Юлия Цезаря. Латиницей. Только почему здесь написано, что они равны? G равно C. Может G заменить на C? А у нас нет G. Нет, у нас есть G. Я заменить на C. То есть первое S. S. Окей, поехали. О боже. Так, взаимодействие с предметами. В режиме исследователя можно выполнять дополнительные действия. Какое устройство для шифрования? А тут можно посмотреть? Это устройство поможет открыть. Поможет. Боже. Так, стоп. Мы сказали то, что G равно C, да? Вот. Получается вот так. Вот так. Правильно? Ой, что я делаю? Так, записи. А, нет, J, которая J, а не G. Окей, заново. J, во, вот это J равно C. И вот так, оп. Да? Назус. Блин, что я сделал? Так, ну вот. И теперь... То есть вот эти первые снизу, которые вот серым, это те, которые статичные. А вот эти динамичные, они теперь... Короче, я понял сейчас. Так, а что нам надо? Стой, записку открой. Не-не-не, отмена. Нам нужна записочка. Записочка. Так, первая буква М. Да блин. Так как? Первая М. М у нас что? F. Окей. Пишем F. F. Ага, есть. Да блин. Да-да-да. Я путаюсь в управлении. Так, М, потом H. Некоторые буквы в письме Цезаря словно выделены, если я их все... Так, следующий. Это избил меня, чушочек. Что там дальше было? Диск. Нет, запись. Следующая H. И H. H это чё? H это... A. A. Да блин, я путаюсь. Я на Escape нажимаю, чтобы выйти из... А там на E надо. Так, следующее, чё? If J equals C, then based on the letter, по всему J равно C, а значит первая буква шифра должна быть. Ой. Так, P. А, P у нас... I. Это I. I, ага. Следующее у нас Ч. A. A у нас... Т. А подобрать можно? Ну, ладно, окей. А следующее что? О. Ой, а О что у нас там? Мы равно О, О у нас равно H. О! Сюда мегамозг, который не смог открыть половицу. Открой! Итак, ключ Николаса. Старинный ключ, интересно, что он открывает. 5. Окей. Первая разгадочка. Так, принадлежит Николас. 27 сентября 64 года от Рождества Христова, вечер почти ночь. Раньше я никогда... Офигенно. О, бабайка. Так, раньше я никогда не видел, не вел дневник, но говорят, что это поможет мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличить факты от собственных выдумок. It is September 27th. In the year of our Lord, 1864, evening, almost night. О, сейчас это страшно будет. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, возьми подсвечник, ты тупой. Clarity of thought makes it easier to distinguish facts from imagination. Так, мы
И вновь я дома, спустя 10 лет отсутствия. Дом к моей радости совершенно невредим. Отлично. А другой крыши над головой у меня нет сейчас. Нужно зажечь свечи и осмотреться. Стоп, это... Отец никогда... Нигде не видно. Отца нигде не видно. Но неужто ей правда? 10 лет назад он испарился, не оставив никакой весточки. То есть мы сейчас переместились в прошлое? Да заткнись! Дом производит странное впечатление, хотя он совсем... В закоулках моего сознания пробуждается страх, но причины я пока не понимаю. Однако воспоминания должны вернуться. Так меня доверили. Может, тогда я пойму, что произошло с моим отцом. Короче, мы в со мной. В прошлом мы, короче... Сейчас мы в прошлом, да? Это дневник, это ясно. А, да, вот тут у нас дневник. Такие старые штуки, а там у нас уже и диктофон. Все, да, мы в прошлом сейчас. Кстати, жопу покажи. Вот. Однажды я разозлил отца, и он кинул эту фигурку мне в голову. Кажется, ангел пострадал сильнее, чем я. Прикольно. Весело. Возьми подсвечник, ты реально тупой. Ходит, тратит, главное, спички на сжигание. Глупый капец. Вот тоже это. Жопу покажи. Или куда он... А, ну да, жопу. Это подарок от партнера моего... От партнера моего отца. По-моему, его звали Джордж. Когда я был ребенком, судьба сыграла с ним злую шутку. И подумать страшно. Что там? Ладно. Так, окей. Распаковка. Что у нас тут? Старая лампа. Такой пользовался мой дедушка, когда работал в шахте. Даже в те времена она была раритетом. Она считалась безопасной в использовании не только под землей, но и на поверхности. Теперь же лампа просто ржавеет, хотя еще работает и может пригодиться. Да, возьмем и... А, керосиновая лампа, забыл. Она тратит там. Не, давай уберем пока. Половый набор. О, так, записка. Мой отец и его партнер несколько дней спустя после смерти... Ой, после открытия литовой шахты. Здесь темно, зажгу свечи. Так мы этим и занимаемся. Или ты про вот эти? Ну я их вытащу, если что. Угу. Да уйди. Я застрял! Капец, ящик убийца. Вот как тут пропадают люди. Боже, как тяжело толкать предметы. Очень маленькая чувствительность на это все. А что там? Если вам ничего не видно, то мне тоже ничего не видно. Я просто стараюсь экономить эти. Так, иди отсюда. Не. Итак, какой-то рабочий стол. Так, лампу выключи. Лампа тратится. Тупой, тратится, блин. Да лампа тратится, подожди. Так, ага. Записка, поверните, чтоб что-то это. Так, мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Вот так вот и решились вопросы в те времена. Так, мой отец знал, что под землей находится пирит, но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он и познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу, и какое-то время дело шли в гору. Хорошее было время, но боюсь, его уже не вернуть. Угу. Распаковка. Блин, у меня вот каждым таким действием мышка постоянно уезжает в конец коврика.
У меня коврик маленький. И мне не хватает чуть-чуть. Так, это что? О, трубка. Да что тут поворачивать? Что здесь можно найти? Что там? Боже. Так, вонючий антиквариат, оставленный отцом. Однажды я попробовал курить, а, к сожалению, отец узнал об этом и заставил меня скурить целую сигару. Мол, я должен понять, каково это быть взрослым. Всю ночь меня рвало, и больше я к этой трубке не притрагивался. Еще слишком темно, нужно зажечь. А где ты еще видишь? Открой. Что там? Тут заперто. А что делать? Стоп. А. Оп. А! Upstairs. Наверху, что такое? Пошли посмотрим. Есть смысл вообще тратить спички на это? Что, закрыто, чемоданы? Что за тяги? Так, до сих пор не знаю, зачем мой отец стал их собирать. То есть тут ничего нету. Окей. Коллекционер, наверное. Оп, чё? О, керосин. Ветер, я же закрывал окно. Сейчас скример будет, я помню. Да, вот он. И чего там делать, этот частный собственность? Иди реально отсюда, жирный. Я тебя сейчас... Не, понял, да? Я сейчас в окно вылезу. Так, окей, тут закрыто. Нам, судя по всему, идти обратно. Не знаю, есть смысл? Не. Капец, пришли и ломаем хату. Есть смысл тратить сейчас на свечки? Типа там у нас задание было, а сейчас-то нет задания. У нас осталось 24 свечки. Ну, давай залутаемся. А, мы с отцом стоим напротив его гостиницы. Мне 7 лет. О. Он ругал меня за то, что я корчил рожи и кривил. Кривил спину, хотя, как видите, стоять ровно не мог. Окей. Нет, он... Ладно. Так, окей, вроде все залутали, погнали. Все, окей, погнали за этим чувачком. Так, собака. Куда он делся? Эй, слышишь ты? Вы еще здесь? Лампу я уберу. Сейчас стелс. Он указывал на сарай. Пошли. Так, что здесь залутать срочно? Ну, не думаю, что спички оставили бы на улице. Ладно, еще банку с керосином. Может быть. Не спички, то точно. Не. Предмет он сильно метает, а ломом открыть не может. А, ну внутри горит свет. Но ведь дверь заперта, может тут найдется разрезать цепь. Эл, тут... Тут буквально болтик. Вот тут надо крутить вот этот болтик. Окей. Болторез, да, наверное? Вот он, да. Болторез. Оп! Блин, прикольно, очень нравятся такие штуки. Керосин. Чё я сделал? А, я пополнил. Ну ладно, в любом случае нужно было бы пополнить. Когда-нибудь. Итак. Это шляпа отца? Он в варенье. Подвал, это чё, какая-то подсказка? О! Что происходит? Не знаю. Так, газетная
Вырезка. Ля какой. Точное преступление потрясло миролюбивых местных, вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил... да блин, когда он... Уходит вот этот текст после этого. Он наверх улетает, я сбиваюсь. А вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести. Мучитель проявил необычайную жестокость. Жертву было перерезано горло, по всему телу обнаружены многочисленные ранения и ожоги. О продолжительных пытках типочка, значит, как убийство здесь? Где-то слышал это имя. Я погнали домой, возьми. Хочется мне гоняться за этим бродягой глухой ночью. Пойду домой. Да, пойдем домой. Так, окей. Подвиньте тот гей. What? You let yourself in? Hey, are you Вы что, офигели? Че сюда зашли? А. Слышишь, ты ему дела. У меня есть тапок. Не. Не. Подожди, сейчас попаду. Не. Не. Да блин. Да. Сходим. Сокращаем дистанцию. Не. Урод жирный. Че, больно тебя, да? Не. Ладно, давай скример. А! Если я кому-то об этом расскажу, то меня, короче, да, сожгут, как ведьму. Ну-ка, распаковка, чё там? Да покажи, чё там. Там ничего нет, капец. Вы офигели, я свечки зажигал. Чё, офигел? Тушишь свечки мои. Вернись, жердяй. О, это выдра. Ой. Она деревянная стоит? Разве можно на камин что-то деревянное ставить? А, тут обложенный кирпичом. Ну ладно, в принципе, да. А чё по заданию сейчас? Потом тип куда-то делся. Так, тут мы все смотрели уже. О, кухня. Погнали жрать. Он не умел выражать свои эмоции, но когда ему было грустно, он брал руки его. Что там, опять нашел вкусы? Ну это, судя по всему, от этого, от фонтана. Потому что тут вот крючки есть. Входы и выходы. Окей. Иди отсюда. Так, мне бы свечек сейчас залутать, керосина побольше. И вообще все хорошо. Так, ладно, лампу мы, судя по всему, уже много просрали. Поэтому предлагаю не это. Не экономить. Кто-то упал сейчас. Давай, возьми нож. Тот самый, который... Подожди, сейчас я... О, так. Сейчас посуду не помыли. Ага. Ложка, я... Сейчас... Блин. А тут можно же... Блин. Тут можно зажимать и кидать, и бросать предметы еще дальше. Можно типа было жухнуть. Мне не нравится. Так, а чё мы сюда зашли? Мы типа посмотреть просто, потому что дверь открылась. Посмотрели, что дальше. Угу. Тут мы открывали, смотрели вроде. Чёрный-чёрный зонтик. Или тут мы не были, ну-ка. Капец. Слышь, как коврик кончается. Дай.
Там ничего нет, давай офигели. А уйди. Не. На прогиб взять? Да уйди, я застрял. Не. Все, я застрял. Нет, не застрял, ладно. Повезло. О, тут еще что-то есть. О. Или что это? А, кошелек. Ну да. А, их взаимодействовать можно. Так уж вышло, что после происшествия на шахте гостиницы практически перестал использоваться спросом. Отец отчаивался, опять я сбился, отчаивался все сильнее, поскольку мы были на грани банкротства. Что-то только око, найти 10, что-то там. Движение вылезло. А, все сильнее, поскольку мы были на грани банкротства. И нас могли вынудить продать нашу землю. К счастью, этого не произошло, потому что... А, потому у меня до сих пор крыша над головой. Только сколько там? Да покажи. А пока. О. Моделька пластилиновая. Угу. Ну все. А сейчас что? Ой, кто насрал на стену? Ага, нам наверх, окей. Так, окей, сейчас нож возьму. Ломится дверь подвала. Я подожди. Где тут мой шеф на... Опа, сюда, все, пошли. Сейчас кто-то ко мне зашел, он больше не выйдет. Как? А. Управлять лампу. F, F, E, E. Через инвентарь это делать? Подожди. Использовать. Раз, два, три. Давай полный заправим уже. Давай сюда. Нож. Да. Нам обойти надо, наверное. Тут. Оп. Да. Где нож? Ага. Откуда все это? Что происходит? По башке себя постучи. О, вот и срез на кухне, кстати. Огурец? А, сука. Печки. 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 А может достижение... О, боже. Превьюшечка. Достижение может быть за все спички. Найденные. А, он туда стучит, подожди. Ща-ща-ща. Да... Да уйдет. Чё? Я текстурки чуть не убила. Не, да, давай в своем же доме ломать цепи. Ауди. Освещение ужасно. Не, ну хорошее, в принципе, этот, только этот. Вот так вот оно. Хорошая ли эта идея? Давай возьмем молота. Ага. О! Туда подошел. Обосрал. Есть два стула, кстати. Конь, здравствуйте. Не. Тут ничего, да? 48 спичек. Да, ну столько. Первая реклама. Он сказал, мы справились. А потом обанкротились.
Нихера себе. Лампа, кстати, медленно горит. Что произошло? Что там? Так, я сейчас нож возьму. Казалось, рука вот тут сидит. Дай сюда. Maybe there's another way. Бункер или что? Не смотри на меня, сказал. Собака. Керосинчик. О, секретный вход. Йоу. Понял, да? Ой, я картину в текстурку засунул. Опа. Ложницы тут нету. Damn it, I can't open it. Не открывается. Maybe there's that would help get it open. Ты хочешь отмычки найти, ты что, дурак? I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Надеюсь, да. А, нет, я помню его. Am I delusional? Да, мерещится, это ветер еще, скажи. Он наверху. Чё надо? Слышь, ты сюда иди, я сейчас этот тапок возьму. Эй, жердя, я тебе сейчас... Где тапок? Нее, понял, да? Нее, да блин, я хочу в лицо тебе кинуть его. Подожди, лови трехочковый. Окей, побольше, чем потяжелее. Нее, что, больно тебе, да? Даже достижения не дали. А, он исчез, ну конечно. О, кстати, вот тут можно зажечь. Блин, я просрал эту, ну ладно. О боже. А, это он все записывает, то, что сейчас было. О, можно со спичками ходить, давай. Он копался в моих вещах? О, нет. Окей, ключ. Вы кто такой? Отойдите, слышите меня. Keep away! Здесь от меня подальше. Капец, ты лох. Реально лох. Клюшечка. А уже третья глава. Первая, когда мы приехали. Вторая, это вот это была. Сейчас третья будет, да? Я представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Эммой решили переехать, таит столько секретов. Я нашел на чердаке под половицей дневник некого Николаса Хайда. Когда я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, происходили ли жуткие события на самом деле, или это все бредни старого Николаса. Или нет. И все. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Остальные кто-то вырвал. Типа плач. Strange. I was in the attic and. Рано, я был на чердаке. Нужно показать дневник Эмми, вдруг заинтересуется. Сколько у нас? Вот как раз 40 минут и прошло. Ортаиксик. Давайте тогда на этом мы закончим. Мы прошли две главы. Уже третье начало. Так ты кто?
Это есть? Жопа, ну-ка, что там? Нету. Получается, мы туда-сюда из прошлого в будущее будем перемещаться, в настоящее, то есть. Рудунду. Давай откроем окно. Блин, прикольно, наверное, домик лист. Так что вот, все, давайте на этом и закончим. В следующей серии мы что-то будем делать в настоящем. Разгадывать загадки, искать ответы. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся с вами в следующей серии.